Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В чате опубликовано сообщение о первом судебном заседании по Quest Reworld в Казахстане. Доброго дня всем, ребята из Казахстана. Завтра в городе Астана 18 июня 2019 года в 10:00 состоится первое судебное заседание по финансовой пирамиде Квестра, Квестра через W, ФОВАМ. Судья Аринов КА, город Астана, районный суд номер 2 Алматинского района. Адрес: город Нур-Султан, улица Победы, 15А. Генеральная прокуратура вынесла обвинительный акт пока что в отношении четырех организаторов и участников: Караваева КТ, Кожабергеновой БУ, Махамбетовой КМ, Расулметова БШ. Категория дела открытая, а значит, любой человек имеет право присутствовать на данном судебном заседании. Те, кто подавал заявление и перестал заниматься этим, потому что решил, что это безнадежно, тоже может присутствовать. Очень мало кто знакомился с материалами этого дела, а очень зря. Все, кто является участником данного процесса, имеют право знакомиться с материалами, фотографировать, писать жалобы на следователей, что, например, следствие проводится недолжным образом. Но даже сейчас участники имеют право ознакомиться с материалами дела. Ребята из Казахстана, кто пришел на судебное заседание, пожалуйста, поднимайтесь на третий этаж, там и будет проходить заседание. Большая просьба к тем, кто будет присутствовать на данном заседании, поделитесь, пожалуйста, потом впечатлениями. Если во время заседания разрешается делать запись аудио или видео, можете потом прислать что-то из материалов. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.